Не хватает рук. Всего 10 рабочих благоустраивают набережную Озерновской косы в центре Петропавловска. Такое количество человек на объекте не устроило губернатора Камчатки. Нам, чтобы успеть, я думаю, что нужно раза в 4 увеличивать, да? Да. Какие даты, что будет? Потому что, конечно, пока, ну, мягко скажем, не годится вообще никуда. Вот. И мы потеряли уже 2 месяца, которые могли работать. Наверное, еще можно наверстать, но если это сделать прямо с сегодняшнего дня. Преображение набережной является частью мастер-плана по реновации Петропавловска. В рамках проекта благоустройства на обновленной территории появятся малые архитектурные формы, игровые формы и уличная мебель. Будут заменены настилы, брусчатка, убраны вертикальные воздушные линии электропередач под землю, сделано освещение и озеленение. Также в рамках мастер-плана на месте бывшей этной деревни будет возведен целый парк. Там установят ряд малых архитектурных форм, которые позволят жителям и гостям полуострова погрузиться в экологическую повестку. На площадке будет организован сад камней из горных пород края и лекторий, в котором будут проходить мастер-классы.